Мое сегодняшнее утро начинается вот с такого классного напитка. Это кисель со вкусом манго и семенами чиа, таким популярным суперфудом. Кисель этот от компании ArtLife. Это российский производитель. Познакомилась я с ним где-то год назад. И вот сейчас постепенно пробую разные продукты, биокомплексы. Кисель понравится точно и взрослым, и детям. Он вкусный, приятный, ароматный и обогащенный витаминами. Поэтому вот всем рекомендую вместо привычного кофе и чая периодически баловать себя вот таким вкусным напитком. Ну и заодно расскажу о биокомплексах, которые я употребляю ежедневно. Да, тоже у меня компания ArtLife. Сейчас в ней продолжаю знакомиться. И давайте расскажу вам про то, какие продукты сейчас у меня на ежедневной основе. Ну вот давайте начнем с того, который я уже пробовала, я один курс пропила. Это Аверол, комплекс, который обладает противовирусным, противовоспалительным эффектом, с L-лизином, экстрактом эхинацеи, грибом шиитаки, зеленым чаем и многими другими экстрактами. Я пропивала курс этого БАДа прошлой зимой, и вы знаете, я не болела, не знаю, он ли причина или нет, но решила, почему бы не попробовать еще раз, то есть был перерыв, и сейчас я вот решила начать новую баночку. Далее, сейчас, конечно, очень сильно страдают наши глазки от обилия гаджетов, от постоянной работы за компьютером. Глаза устают, напрягаются, и вот я взяла себе такой комплекс, вот видите, уже допиваю, осталось у меня совсем немножко, вот такие капсулки. Что делает этот продукт? Он снимает напряжение с глаз, заботится о сетчатке, здесь много классных, посмотрите, вот ингредиентов, это помимо привычных экстракта черники, лютеина. Здесь есть еще зеаксантин, астаксантин, очень классные антиоксиданты, которые защищают наши глаза, и много-много еще всего, всяких витаминов. Поэтому я пью. Пока я чувствую, что у меня действительно спало вот это напряжение глаз. Знаете, когда сидите, их постоянно трете, и они уставшие, вот такого нет. Поэтому сейчас я пропью, сделаю перерыв и, ну, думаю, что вернусь к этому комплексу чуть позже. Еще один продукт, который я никогда раньше не пробовала, но почитала про него в интернете и решила, почему бы и нет. Этот производитель тоже есть в линейке лецитин, и решила приобрести, попробовать. Это источник фосфолипидов, то есть это такие очень важные ингредиенты, нутриенты для нашего здоровья, для работы головного мозга, для печени, для регуляции уровня холестерина и так далее. Это абсолютно натуральный лецитин, без ГМО. Вот, такой вот классный и визуально тоже приятный, и на вкус нейтральный, по крайней мере, мне вполне он нравится. Как его употреблять? Либо одна столовая ложка, это суточная дозировка, либо в сухом виде, либо можно добавить какой-то коктейль. Если есть время, вы готовите себе коктейль, вот можете туда сразу добавить лецитин. И последнее, что сейчас я принимаю, тоже раньше не пробовала, но вот очень интересная концепция у этого продукта. Это биокомплекс с тремя ключевыми ингредиентами, с омегой-3, с полипринолами и астаксантином. Раньше я пила омегу чаще в монокомплексах, вот. Но здесь заявляют очень классное действие именно сочетание этих трех компонентов, поэтому решила попробовать. Это защита наших клеточек организма, то есть такой на клеточном уровне идет работа. Как я уже сказала, омега-3 в хорошей очень дозировке, астаксантин, антиоксидант, и полипринолы, о которых я узнала недавно, они являются таким аналогом транспортного белка, то есть они доставляют все полезные вещества в наши клеточки. То есть такая тройная защита и тройное действие. Вот такой вот капсулы. Капсулы благодаря хорошему сочетанию всех этих ингредиентов
очень оптимальному, ну, необходимо выпивать в день. То есть одна капсула идет в день. Вот, тоже сейчас как раз-таки выпью. Вот такая вот она яркая, красивая. И продолжу курс. Посмотрим, какие будут эффекты. Вот такие биокомплексы я использую сейчас ежедневно.